Ви дивитесь Weekend Express, це рубрика «Автипаді», та саме зараз ми дізнаємось вашу думку з приводу ворожіння та екстрасенсів. Поїхали! This is our house. Тобі колись ворожили? Ні, ніколи в житті, і не хочу, щоб мені це делали даже. Пытались. Я как-то шел на работу, мне вот пожилая женщина хотела что-то погадать на руке, сказать мою судьбу и так далее, и попросила за это деньги. Я ей не дал денег, она меня прокляла, поэтому... Ну как? Сбылось? Нет. Да, один раз было дело у моей подруги, свекровь, она армянка, и она гадает на кофейной гуще. И вот она мне погадала, причем, ну, это было не по моему желанию, просто, ну, как бы вот так она. Я выпила кофе, она посмотрела и говорит, ну, вот так-то и так-то. И сбылось. Вот сбылось. То, что, да, сбылось. Ні, не ворожила. Так. И як сбылось? Мне еще и денег им не дав. This is our house. Скажи, будь ласка, в які предноворічні прикмети ти віриш? Почему-то у меня с детства вот такая примета есть, что когда пробили куранты 12 часов, так. Подпалить, не помню что, бросить шампанское, да, так, ну, со своим желанием. Есть такая прикмета. Вот, ну, вот это, наверное, самое такое. Ну, в Деда Мороза уже не верю. В Новый год, когда перед тем, как бьют куранты, я пишу на бумажечке желание, которое я хотела бы, чтобы оно сбылось. Вот, закручиваю, поджигаю, бросаю в бокальчик, выпиваю. Но вот в этом году мое желание сбылось. Сики водки не бери, все равно побежишь в магазин. Так, дуже добре. А ще? Навіть не знаю. This is our house. Ви дивились рубрику «Автипаді», а «Вікенд Експрес» продовжується далі.